Вы смотрите видео об отеле 115 The Strand Apart Hotel. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель 115 The Strand Apart Hotel расположен в стране Мальта в регионе Слима и относится к классу гостиниц с числом звезд 3. Расположение – в живописной гавани Мурсамшет на набережной Слимы, в нескольких минутах ходьбы от многочисленных магазинов, баров и ресторанов. Рядом с отелем находится автобусная остановка и паром. В 10 минутах от международного аэропорта. Приятный апарт-отель в паре шагов от порта и набережной. Удобные светлые апартаменты, из окон открывается вид на город Валетта. Для бюджетного отдыха, подойдет для длительного размещения. На территории отеля имеется круглосуточное бюро регистрации, круглосуточная регистрация, фойе, кондиционер в отеле, стоянка для велосипедов. В номерах есть 39 номеров, 44 апартамента. В номерах ванная комната с ванной или душем, кондиционер, радио, телефон, кабельное телевидение, мини-бар за дополнительную плату, сейф за дополнительную плату, смена белья в номерах 2 раза в неделю. За дополнительную плату в отеле имеются номера с видом на море. Все номера оборудованы балконом. В апартаментах – ванная комната, кондиционер, кухня, холодильник, телефон, кабельное телевидение. Номерной фонд отеля состоит из 4 people. Сайт Sea View, One Bedroom Sea View, Sea View, стандарт. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть досуг, развлекательная программа раз в неделю, детям услуги няни за доп. Плату, пляж, каменная платформа, в пешей доступности от отеля, шезлонги, да, солнцезащитные зонты, да. Год постройки гостиницы, 1986. Год, когда был сделан последний ремонт, 1991. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.